Очередная непозволительная ситуация осталась без внимания Запада. Зампред Комитета Госдумы по информполитике, технологиям и связи Владимир Крупенников, комментируя «Россия Тодай» попытку СБУ завербовать журналистку РИА Новости Ирину Высокович, заявил, что киевские политики продолжают бороться с инакомыслием. По его словам, сегодняшний Киев уже ничего не может привести в чувство. Они намеревались взять под контроль всю информацию. Крупенников отметил, что если журналист или издание выступали не в их русле, то им старались закрыть рот. Киев считает, что государственная пропаганда должна быть везде. Он также отметил, что их борьба со свободой слова никак не граничит ни с желанием стать членом ЕС, ни с остановлением демократического общества. Представитель Госдумы отметил, что до сих пор на международной арене не прозвучали оценки ситуации с Высокович. Депутат подчеркнул, что когда на Украине случается что-то с представителями СМИ, с обстрелами, с нарушением прав человека и политубийствами, то мировое сообщество предпочитает молчать, как будто все происходит в дозволенных рамках. Другими словами, политика двойных стандартов, отметил Крупенников. Напомним, что ранее российский МИД призвал мировое сообщество дать реакцию на попытку СБУ заставить журналистку информагентства предоставлять им различные данные о сотрудниках издания. Один хочешь знать больше? Подпишись на наш блог в Яндекс.Дзен, мой профиль, редактировать профиль, создать свой виджет о сервисе, выход загрузить из интернета, добавить изображение, загрузить изображение, войдите через социальную сеть или анонимно войти как гость, разрешить публиковать, в комментировать новые лучшие ранее, подписаться, поделиться на новые комментарии. Никто еще не оставил комментариев, станьте первым. Следующие комментарии.